Всем здравствуйте! Меня зовут Алена Чернигова, я из города Иркутска. Я партнер компании Atomy. Сегодня хочу вам рассказать про один из популярнейших продуктов компании Atomy. Это гидрогелевые маски. Данные гидрогелевые маски называются Seven Solution. Они содержат в себе настои 7 трав, которые производятся только из свежего сырья по уникальной технологии, которая позволяет сохранить максимум питательных и увлажняющих веществ. Что же такое вообще гидрогель? Гидрогель – это концентрированная желеобразная эссенция. Гидрогелевая маска содержит в себе больше действующей эссенции, чем тканевые маски, благодаря такой желеобразной консистенции и содержащейся в ней частичках воды. И данный гидрогель, данная эссенция, она намного лучше впитывается в нашу кожу. Данные маски оказывают успокаивающее действие, придают коже жизненную силу. Так как наша кожа ежедневно испытывает стресс из-за негативного влияния окружающей среды, из-за ультрафиолетовых лучей и прочих внешних факторов, данные гидрогелевые маски, они освежают нашу кожу, увлажняют и отлично смягчают нашу кожу. Структура гидрогелевой эссенции максимально приближена к показателям водно-липидного баланса нашей кожи, поэтому проникает максимально глубоко и в нашу кожу и отлично впитывается. Травяной комплекс из 7 свежих трав увлажняет кожу, придает упругость, сокращает количество морщин и уменьшает их видимость на нашем лице. Также в составе данных масок содержится коллаген. Коллаген – это такой белок, который вырабатывается в человеческом организме и составляет 70% от слоя дермы. Коллаген помогает коже оставаться эластичной, укрепляет иммунитет кожи, также предотвращает появление морщин, пигментных пятен, веснушек и стимулирует кровообращение нашей кожи. Помимо этого, в составе данных масок еще находится гиалуроновая кислота, которая глубоко проникает в кожу, увлажняет, предотвращает старение нашей кожи и отлично питает. Гиалуроновая кислота, она наделена такими свойствами притягивать и удерживать воду, тем самым обеспечивая упругость нашей кожи. Попадая на поверхность эпидермиса, гиалуроновая кислота, она образует пленку, которая препятствует испарению влаги и одновременно с этим защищает от каких-то агрессивных факторов внешней среды. Кожа становится свежей, менее уязвимой к повреждениям, морщины разглаживаются, тусклость кожи исчезает. В данной упаковке содержится 14 масок. Рекомендуется использовать 2 маски в неделю, тем самым такой упаковки хватает на 7 недель. Перед применением кожу обязательно нужно правильно и хорошо очистить, увлажнить тонером и уже после этого использовать данные маски. Данные маски состоят из 2 частей, нижняя часть и верхняя часть. Необходимо снять защитную пленку и шершавой стороной наложить сначала нижнюю часть, а потом верхнюю часть. Подержать, оставить на 30 минут и затем снять. Остатки гидрогеля также можно нанести на лицо и дождаться, когда он впитается. Рекомендую всем попробовать данные маски, использовать их обязательно в своем ежедневном уходе за своей кожей. Ваша кожа будет увлажненной, напитанной, упругой, будет иметь здоровый сияющий вид и будет оставаться дольше молодой. Всем рекомендую. Спасибо за внимание.